Багет мне в зад! Ой, багет мне в глаз! Что происходит? Так-так-так... Всем привет, ребята! С вами Виктор, и это... игра про самых точных из точных Bowmasters, ребята. Почему я опять сюда пришел? А да просто потому, что мне сказали, что здесь можно поиграть в PvP! Ребята, онлайн PvP появилось в игре, и я просто захотел проверить свои силы. Ну хорошо, давайте разомнемся, а потом в онлайн PvP. Хорошо? Договорились? Давайте против компьютера. Слушай, ну понаделали тут новых героев, а? Кого только нету. Обезьяна какая-то даже. О, Джейсон! Джейсон! Ребята, я Джейсона нашел! Блин, я не могу. Я не могу удержаться, ребята, я укуплю. Видать, сегодня я за Джейсона пойду рубать. А это как ее? Сойка-пересмешница, или как там ее? Блин! Офигеть! Это ж Фриман! С хит-крабом на голове. Смотри, это. Я сначала подумал, что это шапка-ушанка, а это хит-краб. Блин, прикольно! Как здорово, столько героев новых. Ну ладно, Джейсон. Джейсон, давайте, я купил Джейсона, хочу это... погонять, попробовать его, да? Пынч против анонима. Дать хоть вспомнить, как стрелять. А, так, соточка, угол. А на каком расстоянии? 43 метра от нас, да? И повыше. Солидно повыше. 100 на 27. По топорам. Погоди, а... Что, издевать? Реклама прямо здесь, вот надо мной? Слушай, а прикиньте, я в онлайн-то буду играть, будет эта реклама лезть отовсюду. Не по-человечески будет. Так, 100 на 20. Ой! Опа! Хедшот, но я, по-моему, не это не мечом, а именно обухом долбанул. Ну все, я нашел уже, как стрелять надо. Держи. Ну как-то это неинтересно. Бензопилой весело было. А! Прям в тапочек. Такой сижу, думаю, как это назвать место. Победа. Финишки. Ну давай, давай, приценимся. Так. Косой. А нафига мне его еще раз финишировать? Ну чё-то рекламы напихали. Наприпихали рекламы. Ну ладно. Первая победа, ребят. Так, что такое? Я что-то повыигрывал. Да сейчас, конечно же, боже мой. Бесплатный сундук снова готов. А ну дай мне бесплатный сундук. 1500 монет. Что-то и монет стало больше. Опять рекламу предлагают. Идите вы в задницу. Что ж такое-то? Ну, рекламы прям зарекламились все. Давайте попробуем онлайн PvP. Я бы вообще рекламу выключил бы, Wi-Fi бы выключил бы. Но мы так в онлайн не пойдем с вами, согласитесь. А ради него мы сюда и пришли. Player one, choose. Player one, choose. Почему player one-то? Блин. Так, на ком пойдем все-таки? Давай за бензопилу для начала сходим. Посмотрим, что у нас получится, да? Ура! У меня получилось соединиться с кем-то. Твой ход. Чувак из сине-бело-синего флага. Ну давай, киданем в него нашу торпеду. Так, в прошлый раз я кидал 100 на 19. Давай, мочи! У-ху! Да! Детка, запили его сразу насмерть, чтобы он охренел от этого. Смайлик ему. Давай, давай, терминатор с электрогитарой, чё смотришь на меня, а? А? Получил, да? Интересно, а он видел, какой я... А, ты такой, да, типа слился, сдулся сразу парень. Ну все, пацан, сейчас я тебя закидаю торпедами своими сверлящими. О, приятно! Он чё-то моргает все. Ребята, у него один удар остался. Он, походу, дело ливнул.
Он не выдержал такого удара в душу прям стартового. Так, как нам теперь попасть-то в него? Держи! Попал! Yes! В общем, ребята, flawless victory, как говорится. А добивание будет? Нет. Эй, чувак! Эй, чувак! Нет? Странно, как эта игра себя ведет, если честно. Очень странно. И заплатка моя работает. Тоже странно. Но ничего страшного. И моргает почему-то все. Че за фигня происходит вообще? Ты че, бессмертный? Он что, типа, выбрал посмотреть видео, что ли, или что? Я не понял. Че происходит? Умирать ты будешь? Не, ребят, ну с таким онлайн... А, вот так, да? Сколько, говоришь, у тебя там жизней? Ну ладно, я попробую еще разок. Так. Не, ну это издевательство. Он резиновый, ребят. Как он поднимается после каждой смерти снова? Он просто смотрит рекламу, говорит, каждый раз. Странно. Ну давай, третья попытка. Но если он с третьего раза это не склеит ласты, я тогда даже не знаю, что делать. Ну в голову прям, бенз... Издевательство какое-то, а не игра. Ну нафиг, ребят, я пойду другого найду, ты мне не нравишься. Он, ребят, все, он меня победил. Он меня победил. Измором взял. Вот рекламу они показывают очень хорошо. Ты смотри, даже не это. Парень даже не отвалился, ребят. Ну давай. Давай, давай. 100 на 15. Держи. Видали, что с экраном было? Аж заискрило в глазах. Я ему снес 2/3 здоровья. Я больше уверен, что сейчас это такой же будет, который будет сейчас все время авкать, а потом будет неубиваемый. Ну, все понятно, в общем, ребят. Мультиплеер совершенно неиграбельный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас бы у меня задница пригорела. Как бы сейчас задница пригорела, будь это реальная вот игра с реальным человеком. Он бы сейчас вот писал бы вот такие смайлики. Жалко, нет смайлика с пригоревшей задницей. Видать, тоже за просмотр рекламы. Или за деньги покупается. По-другому никак, ребят. В этой игре все так. Да он опять резиновый засранец. Не. Все. Такого нам не надо мультиплеера. Спасибо, я понял. Мультиплееру здесь еще долго до совершенства. Ох. Боты спасут мир, ребят. Пошли турнир катанем. Раз ПВП-ха вообще не играбельная, сейчас мы возьмем легендарный турнирчик. И за Терренса я бы его прошел вообще в лед. Вы же знаете меня. Но пойду... Тогда раз я купил этого перса, надо, значит, за него сходить. Иначе как-то странно. Купил и не сходил, да? Джейсон с мачете. Давай. Мачете чем-то напоминает... конечно, Терренс с бензопилой, но бензопила круче, согласитесь. Арнольд, непрокачанный какой-то Арнольд. Сейчас я кину в тебя мачете, смотри. Мое мачете прокачанное. Оно сделает из непрокачанного Арнольда отличный бифштекс. Опа! Фига себе! Оу! Оу! Прям в грудь! А если вот так? Ну-ка, держи. Хоп. Оп. Почку отбил ему. Древком. Или как это называется? Держалка на мече. Как называется, ребят? Что-то у меня из головы вылетело. Держалка на мече. Хорошо сказал.
Красиво звучит. Держалка на мече. На, рукоятка, во. Отлично, хедшот, ребят. Ну, бот, надеюсь, не будет резиновым. Очень просто и легко бы с вами его закатать. Но, в принципе, я понял суть мачете, ребят. В чем его сила? Сила в том, что если мы все-таки втыкаемся мечом, ну, там какие-то ломовые повреждения приходят просто. А если рукояткой, то не очень. Но тоже неплохо. Давайте пробуем дальше. Next батле. Кто это? Какой-то мужик-дедок. Руфус, это же Руфус, боже мой. Как можно не узнать Руфуса, ребят? Скажите честно, вы все узнали Руфуса сразу? А лайк уже поставили этому видео? Сейчас я вам такие каверзные вопросы задавать буду. Ого. Давай, 100 на 12. Держи. Опа. Опять хедшот. Странно. А вроде бы я лезвием попал. Вот это мина. Сейчас еще как взорвется. А вот как так? Я ему в голову попал как-то. Пофиг. А он мне в голову попал как-то больно. 100 на 13. Рукояткой что ли попадаю все время? Нехорошо получилось. Ну, он хотя бы промазал. Уже хорошо. А я так и буду 100 на 13 кидать. Глядишь, может быть, и лезвием попаду. Не, по-моему, знаете, что я могу сказать? По ходу дела, вот, вращение зависит от того, вот, как я запускаю. Ай, упал на мяско. Упал просто на мяско. Видите, я запускаю одинаково, он прилетает всегда одинаково. Ты чё? Эй! Ты чё, из этих, что ли? Как так? А что если прямо над головой пролететь? Попробовать. Может, там лезвие будет крутиться и закрутит? Бесполезно. Не, всё-таки с ботами нормально, ребят. У него, видимо, там здоровье осталось просто на... не знаю что. Ты заточить забыл, пишет. Ну, да. Смотри, я рукояткой прям чайник спилил ему. Учитесь. В общем, нужно тогда будет стрелять там не 100 там на сколько-то, да, если не попадаешь, а там, скажем, 90 на другой угол. И получается, что он там, глядишь, лезвием будет прилетать. Надо все это рассчитывать. Но, конечно, я вот люблю соткой кидать. Мощно, точно, классно. Надеюсь, сейчас будем попадать правильно. Так, он где-то чуть выше, да? Но близко. 100 на 18. Ой-ой-ой-ой-ой. По самолетам, по вертолетам. Нурик. Багет мне в зад. Ой, багет мне в глаз. Что происходит? 100 на 16. Да как так-то? О, прям пролетел. Хорош, сейчас багеты. Ну ты срань господня, два багета во рту. Я привык за Джейсона карать, если честно. А тут меня карает какой-то маленький засранец. Ну хотя бы лезвием. Пожалуйста, промажь. Пожалуйста, не попади, как пела Земфира. Хорош, ребята. Вот это камбэк, а? Эпический камбэк. Багет против мачете. Чё победит? Конечно же, мачете. Будет урок баллистики от Вити. А что за квадратики около денег? Это какая-то местные рубины, ребят, появились. Раньше их не было. Теперь донатная валюта какая-то. Ну пока топ. Пока идем, ну тяжело. Это кто? Король? Спектакль. Фу ты, блин, язык сломаешь. Главное, вы знаете, кто это. Давай-ка спустим на него наш меч. Меч. Я натравлю тебя на вот этого чувака. Ай! Стул! Нет, только не табуреткой в голову. Да, такого позора еще не знавал. Наш доктор. Кромсатель. Я думаю, 100 на 5 тогда. Нет, 100 на... на 7. А-а-а! Ну а что не дорезал-то его? Надо было дорезать.
А, то он моей тактикой теперь пользуется. Ты посмотри, а. Паразит, а. На. Да что ж такое-то, а? 100 на 9 тоже не попадает. Ай. Ну давай тогда 100 на 10. Ну почти. Почти лезвие. 100 на 11 будет лезвие. Только не попади. Звуки как в Hello Neighbor, когда ты мебель втыкаешь в пол. Я помню, как у меня там все танцевало. Все, победа. Нет? Чё ж такое-то, а? 100 на 12 надо? Блин. Давай 100 на 12. Вот сейчас выиграл только потому, что этот чувак стулья кидать не умеет. О-о-о, что происходит? Мачете застряло у него между ног. Да, конечно, Терренс раздвигал бы здесь, офигеть, как круто. А 100 на 13. Вот, надо было 100 на 13. Смотрите, прям нежным движением. Цай. И все. И нету чайника. Удиви меня следующим боем. А, Санта-Клаус. Давно я мечтал тебе отомстить. За то, что ты мне не прислал. Подарок в детстве. Джейсон выходит на охоту за Сантой. 100 на 5. Опа! Хорош, хорош. 100 на 6 или 100 на 7 в самый раз будет. Мы прям воткнемся в него сло... что за снежок? Косой. Угу. Да почему рукояткой-то все время? У тебя что там, рукояточная болезнь? Хорошо, что Санта, видимо, все-таки рукояткой по голове, когда дают, немножко так рассеивается внимание. Странно, вроде бы сейчас должен был лезвием дать. Да, чувак. Старт ты уже. Пора тебе на пенсию. Я буду новым Санта-Клаусом. Джейсон Клаус буду теперь называться. Буду детям подарки приносить. А, маленькие ножички. Уже думал, в школу пойти кто-то пишет. А тут мачете убивает. Да, классный фильм. А там же еще вторая часть была. Дэнни Трехо, конечно, молодец. А Джессика Альба. Неко. Я даже имя ее помню. Ну как можно не помнить имя такой няшки, ребят? Но, видимо, она чем-то провинилась перед Джейсоном, раз он пришел за ней. Нека. Нека, Нека. Ой! Попал. Так, я 100 на 5 сделал, да? Тут явно 100... 100 на 7 надо, да? А? А? Ну-ка, ну-ка. Нека, Нека. Нака-нака. Фига себе ее унесло. Так, тут надо 100, не 7 даже, тут надо 100 на... Пузик прям. Ну вообще, First Blood. 100 на 10 уже пошло. Ай. Опять не в голову. 112 давай, 112. Некоторые подумают, что такого нету варианта здесь, в этой игре. Но он есть, ребят. 112. Держи. Хорош, прям по скользящей траектории. Я в детстве столько мачет пересмотрел, пишут мне. Поэтому Джейсоном Вурхисом и увлекаешься. Все? Блин, у них что, last hit всегда есть? Последний шанс? Очень долго, я вообще их всех хвалю, если честно. Я привык за Терренса играть. Вот он реально попадает, начинается такое. Просто бензопила должна удачно один раз зацепиться. Там больше половины хп сразу нет. Блин, у этого как-то вообще не так все. Неправильный какой-то герой. Но даже за него мы с вами... Нормальная игра. Фаталити. Радостный Джейсон, такого мы еще не видели. Ну-ка, кто там?
А, злая бабка-террористка, у которой две зенитки. Она еще царь горы. Ну, держи, бабуля. Вот так тебе. 100 на 17. О! Профессионализм не пропьешь. Бананы, конечно. И арбузы. Бананы и арбузы. Апельсиновый рай. Если только захотеть. Может мачете прилететь. Опа. Ай, черт. Вот это было основательно. Я за бабулю, помню, играл. Блин, арбуз у нее топ просто. Как она ими ломает. Я легендарочку прошел за нее. Ой. Хорош. Придется сейчас рекламу смотреть. Ха-ха-ха! Сам себя чуть не зарезал. Но это будет жесть. Слава богу. Она не справилась. Так, давай сначала тогда кинем. А потом будем рекламу выключать, потому что это жесть. Ну, ты, вот почему он не добил? Вот если бы это Терренс был, сейчас бы эта бензопила пилила бы ее, как я не знаю что. Пожалуйста, не попади. Фух. Неужели победа? Это победа. Еее. Финиш хё. Вот это был вообще сложный бой. Ну, бабуля она такая. С бабулей всегда сложно было. Смотри, реклама-то больше не появляется. Хоть и включенный Wi-Fi. Или сейчас накаркаю. Терренс. Ну что, давай посмотрим. Чье орудие убийства острее, да? Мы выше меня и на 40 метрах. 100 на 19, держи. Воу-воу-воу-воу-воу. Че-то как-то я перебрал, ребят, с этим делом. Но это сейчас может запилить ваншотом просто. Но у него не получилось. А, ты же, блин, реклама! Все-таки она с нами. Да как так мимо-то? Нет. А, ладно, не сильно. Воу, здрасте. Не сильно попал он в меня. Так, 100 на 17 тоже пролетаем. В 16 давай. Кость 9078 подписался, здрасте. Здрасте, здрасте. А это не хедшот, прикинь. Ух. А вот сейчас, наверное, 100 на 17 сам раз зайдет. А чё ачивка застыла-то? Ачивку заберите, я ее получил уже. Ух, прям в душман, а? Ачивка. Кройся. Что-то у Терренса с точностью вообще проблемы. А мы продвигаемся вперед и... Памц! Не сколько раз ударить надо его? Ай, ай-яй-яй, не зажевывай меня! Вот про это я и говорил. Достаточно просто положить бензопилу рядом. И победа твоя. Все? Блин, живучий, а. Вот сейчас он может меня запилить. А, может. Но он оставил меня в живых. Значит, моя очередь пилить. Все. Все-таки я круче. Финишем. Интересно, эта ачивка-то пропадет? Сколько можно здесь висеть? Фух. Эмулятор тормознутый. Нормальный эмулятор. Фаталити выдает, и это главное. Следующий. А, дедуля с бородулей. Дедуля с бородулей. Этот рыбой будет тухлый кидаться. Но ничего, мы ему не дадим это сделать. Мы сейчас на весиком, смотри. Он тут рядом. 100 на 10. Держи. О, да что ж я такой, а?
100 на 8? Или даже 100 на 7? Давай 100 на 7 сначала. Сейчас прикинь, в ноги попаду. Не, 100 на 7, отлично. 100 на 7 в самый раз, ребят. Рыба. Ух ты, как оно схочет, прикольно, я не знал. Оно мне все время стукалось. Что такое? 10 хедшотов сразу? Воу! Бам! Я думаю, 100 на 7 мы продолжаем. Может, 100 на 8? 100 на 8 давай. Опа! Кто кого перекидает, называется. За пузо укусила. Опасная акула. Я его все дальше и дальше скидываю. 100 на 9, ребят. Напихал в меня дротиков. Зачем ты это делаешь? Прекрати. Неужели выжил, а? Нет. Фух. Победа, ребят. Слушай, ну реально тяжелый герой. Вот. Тяжелый герой. Которого я взял, он вообще что-то тут толком ничего не может. Он разве что прикольный, что он Джейсон Вурхис. Но он вообще сложен. Но тем не менее, мы какого-то шахтера с вами теперь выцепляем. Джек Хаммер. Какой-то шахтер. Это же Джек Хаммер. Он делает... 34, говоришь, и чуть пониже. 100 на 8, 100 на 7. 100 на 6. О, все-таки 100 на 6, это правильный вариант был. Касочку сбил. Фига себе, отбойным молотком прям в нос. Жесть. Держи, говна. На. Офигеть. Но все-таки, когда лезвием втыкается, намного круче. В два раза больше повреждений, такое ощущение. Мне нравится, как он долбит. Так, ну все настройки сброшены, ребят. Я даже не знаю, как теперь стрелять. Не знать не знаю, но попадаю. Снайпер. Хедшоты сплошные. Смотрите, как у него ноги такие. Блин, прикольно. Ну. Опа. А, очень прикол. Он может скакать. Ну, нам надо 100 на 13, наверное, теперь кидать. О, блин, чуть не обкакался. На. Так, ну теперь я понял, в чем приколюха у Джейсона. Если повезет и ножик упадет... рукояткой в землю, он отпрыгнет. Ты чё живой еще? Хорош, блин! Притормозил головой, блин, отбойный молоток! Ёлки-палки, жизни не осталось, парни. Надо что-то срочно делать, надо побеждать. Чёрт побери, чуть не остался здесь. Нормально. Вообще страшный бой. Отбойный молоток — это топ. Мистер Уайт. Маэстро. Видел картинку. Там, где God of War переделано под него и Джесси Пинкмана. Называется... Bad of War, что-то такое. War of Bad, что-то. Ну как-то. Под Breaking Bad подделка. Блин, так я рванул с этого дела. Слушай, он 50 метров почти от нас и выше. Давай 100 на 17 сразу. Опа! Опа! Headshot. Bullseye. Ох, косой. Давай, так же продолжай, наверное. Хотя, может, 100 на 16 кинуть. Ну-ка. Хедшот. Угу. Ну что так, хедшот?
что так рукоятка, что так. Ну, он, насколько я помню, он вообще попса, вот эта вот химия, она не сильно бьет. Я не знаю, как там нужно так попасть, чтобы химия сильно била. Я пытался как-то им поиграть. На демо-игроке, что ли. То есть он вроде даже попадает, но он повреждений не наносит. Как им играть, ребят? Может быть, вы знаете, как им играть правильно? Подскажите, может, я просто не вдупляю, что-то не понимаю. То есть там вокруг куча луж химических. А здоровье на месте. Даже бот, говорит, не знает. Вот он даже в голову попал. И чё? Какой-то беспонтовый персонаж. За него, наверное, выиграть лигу золотую. Ну, это надо просто каким-то быть маэстро. Он реально маэстро. Маэстро злобности. Ну, вот как-то вот он совсем никакой. Ну что, победа. Чё-то перебор, по-моему. А, не, нормально. Нормально, нормально. Все в порядке. Надо попадать перед персонажем, чтобы кислота влетела в персонажа. А вот, смотрите, видите, лайфхаки пошли. Посмотри апгрейд Стаса после турнира. Что за апгрейд Стаса? Акула была, помню. А что, есть какая-то улучшенная акула? А может, она мне попадется здесь? Ты кто такой? Гик какой-то. Хипстер? Ну да. Прикинь, я их узнаю. А, селфи-фонами будет кидаться. На! Я с селфи-фоном себе по чайнику зарядил. Хедшот. Ай! А у него больнее. Нечестно. Вы тоже считаете, что это нечестно, когда у него больнее? Так, по-моему, 100 на 8 надо уже делать. О! О! Тихо, тихо. Фух, 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 фух. На. Headshot. Так, уже 100 на 9 пора. Има. По-моему, уже 100 на 10. Блин, он меня так завалит, если я хедшот не сделаю ему. На, пожалуйста, мечом. Хедшот сделан рукояткой. Печально. Ха, на, пора рекламу смотреть, ребят. Так, 111 или 112? Давай 11. Ой, елки-палки, ну 12 я промазал. 11 еле вошло. Так, главное не это, все, нормально. Терпим. Давай, 100 на 11 это победа. Фух. Тяжелый ты хипстерюга, а? Блин, заставил побеспокоиться. Моего Джейсона. Я типа за мамочку за него, да? Он же Джейсон, а я мамочка. Нормально. Fatality. Бабка вершина дамагов от хедов, которая арбузница. Ну это раньше была, сейчас кто знает. Уже новых героев прикрутили. Следующий у нас... Черный Властелин. Знаем, знаем. Видели, видели, не раз побеждали. Он так прикольно резиновой рукой машет, что кажется, что это вообще не рука. А? Он же близко, да? Но высоко. Кто на 18? Так и думал, по самолетам. Тут надо максимум 100 на 14, наверное. О нет, у него выстрел любви. Ай, он мне в коленочку попал. У меня тоже выстрел любви есть. Держи. Оп. Легонечко задел. А это вообще промазал. Так, а если 100 на 13 попробовать? Вообще по красоте. У меня аж нос зачесался. Ай, опять в лодыжку. Главное, он все время в стопу попадает. Я как только не называю. И коленочкой, и лодыжкой. Ну все, я теперь тебя совсем залюблю. На, держи мою любовь. Самая острая. Самая острая любовь в этой игре.
Быстро мы с ним разобрались, но он никчемный совершенно. Стон 13. Держи. О, Скайрим и колено пишут. Ну да. Кстати, а здесь есть Довакин? Ну или хотя бы Довакот на худой конец. Ты кто? Стрела, что ли? Ну, точняк, Робин за квикшутер. Это Робин Гуд. Робин Гуд, ребят. Ну, против такого я еще не сражался, я не знаю, как от него уворачиваться. Блин, 100 на 5, давай. Ау, нифига себе он бронированный. Крутой лук, красивый. Что на 6? Блин, я вроде лезу им хедшот дал, а он все равно какой-то термоядерно толстый. Но это второй уровень уже, здесь они офигительно крутые будут, именно по жесткости. Чем выше забираешься, тем они толще. В обычном раскладе у него потому же оставалось 1/3 максимум. Хорошо, что он косой сегодня, а? Робин Гуд сегодня не это, не гуд. Робин Гуд сегодня не гуд, ребята, он как-то... Бэт. Он Робин за Бэт сегодня. Он вообще как вот терминатор уже превратился. Ай! Он тоже такой, ау. Блин, что теперь стрелять? 100 на 8 или 100 на 9? Да, 100 на 9 сразу. Нет, 100 на 11 надо было. Сыпемся, ребята, сыпемся. Оп, промазал. Ага, я беру инициативу в свои руки. 100 на 11, держи. Хорош. 100 на 12 победа. У него вообще не получается. Боты, кстати, я заметил, очень плохо стреляют снизу вверх. Вот снизу вверх у них очень плохо получается стрелять. В любом раскладе. Если бот внизу, он что-то начинает тупить. По полной программе. Ну что ж, получается, я здесь Робин Гуд-то, а не ты. Вот, ребята, история о том, как Джейсон Вурхис стал Робин Гудом. Спасибо. Рога он даже отрастил какие-то. Ну кто там первый? Судья Дред? Фрост. Фрост. Просто Фрост. Фиолетовый почему-то. Хотя Саб-Зиро вроде синенький должен быть. Но он внизу. Это, конечно, плюс большой нам. Он близко. Так и думал, надо 100 на 6 или 100 на 7 делать. А? Косой. Моей тактикой у тебя не получится. Упс. 100 на 6. Может даже 100 на 5, если честно, сделать. Мы, по идее, лезвием должны попасть. О, фига себе, как он умеет. Вот сейчас 100 на 6 все равно. Опа. Хе-хе-хе. А вот сейчас 100 на 7, а может даже и на 8. На 7, на 8. О, блин, ну по крайней мере помалу наносит повреждения, это хорошо. Это очень хорошо. Вот давай 8 рискнем. Ох, риск оправдался. Это было больно. Такого такой легкой победы я что-то не припоминаю. Над первым уровнем. В Mortal Kombat они так делали, помните? А, когда он не разделяет, у него довольно-таки серьезно бьет. Так. Ну вот теперь, ребята, ваше мнение. Попаду ли я сейчас? Сейчас прицел сбит. Попаду ли я или нет? Вот в описании, точнее, открываешь комментарий и пишешь, попадешь или не попадешь. На паузу только не забудь поставить видео. Вот ты сейчас напишешь, и я сделаю это. Да, 100 на 14. А я попал. И чё? Чё ты делаешь? А он еще живой. Фига себе. Ну 100 на 15 его добьет точно. Готов. Finish him.
Ребята, я прошу за Джейсона Вурхиса, легендарную лигу. Так, знаете что, надо рекламу, наверное, Wi-Fi включить, а то сейчас скажут, у тебя коннекта нету, мы тебе не дадим премию. Сейчас там реклама полезет какая-нибудь со всех сторон. Так. Забрать награду. Работает. Макака с красной какой! Отлично. Легендарный турнир выигран. О, мне еще и Трампа дали. Хорош двух героев, прикиньте, за одну карточку открыл. Трамп и Макака рядом главное стоят. Ха, типа Трамп и Хиллари, что ли? Оружие. Кирпич из стены. Это, видимо, из Донки Конга, да? Мастер-шеф. Прикинь, вообще, что за дичь. Я просто посмотреть, что тут за бомба она кидает. Бам! Нифига себе! Вау, вот это хедшот! Это что сейчас было с ножиком? Он разделился? Слушай, макака мощь! Хедшот ток в путь. Чё-то я это промазал. Офигеть! Фул хп! Охренеть! Кто там говорил, что самая крутая в голову это бабуля с арбузами? Видимо, появился новый топ. Хрена себе, он мне просто один хп оставил. Жесть. Воу, красота-то какая. Слушайте, реклама заставляет меня тут все искрить по полной программе. Да, вот это странно было сейчас. Ты выиграл 3000. 3000? Вы что, прикалываетесь? Почему 3000? Нормально, баблом снабдили. А что, прикалываетесь, что ли? Даже такой есть. Киркой, наверное, кидается. Все, ребят. На этом серия заканчивается. Конечно, было много багов. Много рекламы. Но я ее всю вырезал. Постарался. Какая-то осталась, конечно же. Ну, пофиг с ней. В общем... ПВП не играбельное вообще, а повеселиться за новых героев, в принципе, почему бы и нет. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, в описании ссылочку на группу ВКонтакте. И всем пока!